Всем привет! Как всегда, спасибо за то, что смотрите мои монологи, точнее, слушаете мои монологи и смотрите на мою физиономию, а также на пластинки, которые я держу в своих руках и показываю их. Зачем? Затем, что те, кто никогда не видели этих пластинок и не слышали музыки на них записанных, могли бы заинтересоваться и ознакомиться с этой замечательной музыкой, потому что музыка, как говорил Фрэнк Заппа, the best. Об этом мы говорим позже, точнее о пластинке Jazz Garage, фразу из текста одной из песен я только что привел, и то не полностью, но это все впереди. Ну а сейчас я хочу вспомнить, точнее продолжить разговоры наши с вами про группу The Beatles. Там в плейлистах уже несколько альбомов показаны и проговорены, но вот этого еще не было, да? Magical Mystery Tour, 1967 год. Пластинка интересная с разных точек зрения, с очень многих точек зрения. Во-первых, это настоящий подарок для коллекционеров, потому что собирать, если человек коллекционер, он собирает все, да? Вот если начать собирать альбом Magical Mystery Tour, можно потратить, я не знаю, всю жизнь, не всю жизнь, но годы точно, потому что такого количества изданий, переизданий и разнообразной путаницы в изданиях Magical Mystery Tour, путаницы с обложками, путаницы с миксами, да, скажем так, стерео-моно, псевдо-стерео, в одной стране так, в другой стране иначе, в третьей стране совсем по-другому, и обложка не та, и моно-стерео, и все это, ну, в Англии вышло, вы знаете, да, что вышло на EP-шках эта пластинка, на небольших таких, да, пластиночках, для тех, кто не в курсе. В Америке вышел сразу целый альбом, потому что, ну, не стали возиться и посчитали это коммерчески невыгодным. Потом пошли релизы в Европе, самые разные, в Германии, там-сям, в разных местах. Потом уже в 70-е годы в Англии вышла пластинка, нормальная, в таком нормальном формате. При этом в Англии изначально она выходила в моно-варианте, в Америке она сразу вышла в стерео и в псевдо-стерео, в разных миксах. Псевдо-стерео – это не совсем стерео, это когда моно трек пишется в два канала, в один пишется, ну, в смысле, на одну дорожку пишется монотрек полностью весь, и на другую пишется монотрек, а потом они сводятся с микроскопической задержкой, и получается такое ощущение, как будто стерео. Но это не стерео. В общем, это не важно. Очень много вариантов существует этой пластинки, и для коллекционеров это просто подарок. Вот что ты собираешь? Я собираю пластинку Magical Mystery Tour. Вперед. Это, ну, это примерно так же, как собирать пластинки там бутылки Pearl Jam или что. Ну, или все альбомы Джона Майла, как я, например. Ну, книжка это не новость. Книжку мы все видели, конечно. Книжка большая, хорошая. У меня пластинка старая. Почти оригинал. Ну, насчет того, что оригинал не оригинал, здесь уже я в начале своей лекции сказал, что оригиналов такое количество и не оригиналов существует, что поди разберись, где тут оригинал, а где не совсем оригинал, а где дорогой оригинал, а где дешевый оригинал. Так что, ну, у меня не самое сверхиздание, это японский пресс, который я не люблю, кстати говоря, но Beatles окупает все. С этой точки зрения интересно, да? С другой точки зрения, с какой? С точки зрения того, что происходило с Beatles в 67-м году. В жизни все взаимосвязано. Вот какую я мудрость веков вам сейчас сообщил, да? И мало того, что все взаимосвязано, все события друг на друга влияют. Казалось бы, самые незначительные и самые грандиозные – они переплетены, и все влияет на все, короче говоря. Так же, как и музыканты, которые
слушают все время музыку, и взаимовлияние у всех на всех происходит абсолютно. Нет какого-то единого такого вот мастера, который уникален и не поддавался ничьим влияниям никогда. Такого не бывает в природе. Вот. И у Beatles 67-й год был прекрасным, светлым, солнечным, сияющим. Они начали делать этот самый свой фильм «Magical Mystery Tour», волшебное вот это самое таинственное мистическое путешествие. Фильм, как водится, абсолютно идиотский, потому что сценария не было. Да и те фильмы «Битлз», где был сценарий, там тоже, в общем, прямо скажем, сценарий заключался в том, что «Битлз» бегут, куда-то музыканты куда-то бегут, за ними их кто-то преследует. И всю дорогу вот так вот происходит. То есть это, в общем, не кино никакое, конечно. Песни хорошие там. Больше там любоваться нечем особенно. Ну, а здесь вообще сценария не было. И они решили по ходу дела снимать, что получится. Ехали на автобусе. Не новая была затея, потому что Кен Кизи в Америке вместе с музыкантами Grateful Dead и еще рядом замечательных хипанов уже катались на автобусе. Это описано в книге Тома Вулфа «Электропрохладительный кислотный тест. Путешествие веселых проказников по Соединенным Штатам Америки на разукрашенном автобусе». Ну, Битлз решили сделать примерно то же самое и поехали таким образом веселиться, оттягиваться, все это снимать на пленку. Между делом они еще катались просто по всему миру, помимо Англии, на автобусе. Отдыхали, веселились и занимались своими повышением собственного культурно-нравственного уровня, я бы сказал. Фестивалей масса происходило, 67-й год, «Дети, цветы», все такое, революция хиппи, и все было очень здорово. Но, да, и начали записывать, собственно говоря, саундтрек к этой пластинке. Начали они в самом начале 67-го года потихонечку, начали с первой песни «Magical Mystery Tour». Вообще, неинтересных песен здесь нет, они все прекрасны, они все удивительны. С духового вступления начинается вся эта история «Magical Mystery Tour». Когда пришла духовая секция, она не знала, что им играть, потому что аранжировки не было. И Маккартни с Джорджем Мартином стали думать, что же играть, что написать музыкантам, духовикам. Духовики сидели, смотрели. Потом один из них взял ноты, расписал аранжировку, и песня была в черне записана. Потом ее долго доводили, дней 5, по-моему, с ней проводили время. В результате получилось очень здорово, и туда было набито всяких разговоров, всяких фраз из тех, что они услышали, катаясь на автобусе. Типа там «сворачивай, сворачивай». Слово «сворачивай» было туда тоже вписано, в эти самые разговорные кусочки. И все посчитали, что «сворачивай» это не к автобусу относилось, а к сворачиванию косяка. «Сворачивай, сворачивай, да, давай, сейчас». Ну, это все детали, все получилось очень здорово. «The Fool on the Hill». Такая философская история, на самом деле, философская и красивая. И вообще, хочется сказать об этом альбоме, что он производит впечатление, первое впечатление такой праздничный, сияющий, веселый и светлый. Он светлый, да. Но не праздничный совсем. Потому что в августе 67-го года, когда Битлз вовсю развлекались и с удовольствием занимались повышением своего культурно-нравственного уровня в разных областях, умер Брайан Эпстайн. Пятый Битл, как его называют, да, человек, который руководил всеми финансовыми делами Битлз и отчасти всеми даже творческими их делами чуть-чуть прикасался, потому что он первые годы, во всяком случае, он не вылезал из студии, все слушал, все не то чтобы принимал, но давал какие-то советы слушателя, такие советы постороннего, в отличие от там, Джорджа Мартина, да, профессионала в этом деле. И когда умер Брайан Эпстайн, Битлз попали в довольно неловкое положение, потому что все финансовые дела и вся экономика Битлз была сосредоточена в двух компаниях Брайана Эпстайна – NEMS и Northern Songs. Northern Songs была образована давным-давно, в начале 60-х.
И это тонны папок с договорами бумажными. Бумажные договоры, кстати, и сейчас вовсю практикуются, если кто-то думает, что все в интернете, нет, все на бумаге на самом деле. И это огромная финансовая империя немц была. Там были контракты с разными музыкантами, были контракты по недвижимости, по всем делам, и Битлз пришлось с этим всем разбираться. И они, мало того, что была трагедия от смерти друга Брайана Эпстайна, исчез, на них свалилось вот это все, вот это все. Но они стали как-то разбираться, организовали компанию Apple, которая бесславно тоже почила потом, потому что ну, экономика и музыка, они мало совместимы, трудно совместимы. Но, тем не менее, все это пришлось им разгребать. И это смерть Эпстайна, и все это отразилось, как ни удивительно, на музыке здесь. И праздника здесь нет никакого. Пластинка, в отличие от «Сержанта Пеппера», который мне лично скорее кажется набором песен, просто не случайно, а просто собран набор песен, пластинка кажется удивительно цельной, проникнута одним настроением. И настроение это ни в коей мере не праздничное. Она очень мудрая, она очень не печальная, а светло-печальная. Светло-печальная, мажорная, но не веселая. Вот она такая. И какую песню не возьми. И «Flying» — это погруженная в реверберацию и в такие пространные эффекты с мелотронами, со всеми делами, казалось бы, обыкновенный блюз такой, да, 12-тактовый, но не блюз, а мелодию, которую написал Маккартни, там ложится очень хорошо. «Blue Jay Way» вообще одна из лучших, наверное, песен Харрисона, психоделическая. «You Mother Should Know» писали 27 дублей. Маккартни долбался с этой песней очень долго, получилось очень интересно. Про «I am the Walrus» и говорить нечего, это шедевр Джона Леннона психоделический, про который он говорил, я прочитал его фразу недавно. Он говорил, что такое, что я вообще не понимаю, как все это получилось, потому что когда перед вами стоит хор из 30 человек, рядом 30 виолончелей, и все это накладывается на ритм-секцию рок-н-ролльную группы «Битлз», что получится в результате, никто не понимает. Но получилось вот то, что получилось. «I am the Walrus». Гениальное совершенно произведение с полностью безумным текстом, что хорошо. А, еще Джон Леннон говорил, что был период, когда я решил писать как Боб Дилан, потому что понял, что людям нравится эта ахинея, которая выходит из-под пера Дилана. Я смогу так же писать. И вот написал «I'm the Walrus». «Hello, Goodbye» — песня, которая по сути своей могла бы быть на самых первых альбомах The Beatles. По сути своей, она простая битовая рок-н-ролльная песня, из которой сделана целая сюита симфоническая. Она настолько интересная и непредсказуемая в своем развитии, с оркестром, с духовыми, со струнными, со сменой темпа, уходом там из мажора в минор, с фальшфиналом неожиданным и в другом ритме, совершенно с другой динамикой идет уже финальная часть. То есть из простой такой вот песни, которая могла бы быть там в альбоме «A Hard Day's Night», например, в другой инструментовке, получилась вот эта штука. Ну, «Strawberry Fields Forever» — это просто памятник Джону Леннону в музыке. Сразу вспоминается «Централ Парк». Я там был на «Strawberry Fields», на этой маленькой площадочке. «Penny Lane». Эта песня практически весь альбом «London Town», будущий Пола Маккартни. Хотя песня была написана раньше, это, ну, в смысле, записана раньше, до этого самого магического путешествия. Ну, все знают, что первая сторона – это саундтрек к фильму, а вторая сторона – это песни, которые уже либо были написаны до в качестве синглов, либо дописаны уже просто для добивки пластинки. «Baby, you are a rich man». Наполовину идиотская, наполовину гениальная песня Леннона. Начало куплет гениальный, потом идиотский рефрен, потом опять гениальный куплет. А «All you need is love», если кому-то кажется, что это светлая, веселая песня, нет, послушайте ее внимательно, она абсолютно не веселая. Она говорит о том, что все, что нам нужно, это любовь. Но идти к этому
очень непросто. И путь к этому долог, труден, и нет гарантии, что он приведет к цели. Но она так спета, она так сделана. Тут ничего не поделаешь. Или я просто глубоко копаю слишком. Но в любом случае пластинка очень хорошая, цельная и не устаревает, не надоедает. Очень богатая по музыке. И очень мудрая. Наверное, самая мудрая запись группы The Beatles. Если говорить о мудроте. Все, я пошел пить, а то расплачусь сейчас. Пока.